возвращением. Как настроение и физическое состояние после отдыха? Спасибо большое. Действительно рад вернуться в расположение команды. С настроением и с моим физическим состоянием все отлично. Я очень соскучился по работе и уже в предвкушении того, чтобы начать заниматься в общей группе. Партнеры по команде уже поделились впечатлениями от нагрузок на сборах? Да, с нагрузками ничего не изменилось. Они остались такие же тяжелые, как и зимой. И, в принципе, я этому только рад. Понимаю, что по-другому нам никак не добиться результата. Поэтому впереди еще 2 сбора. Собственно, мы будем работать, делать все, чтобы набрать лучшие кондиции. К команде присоединились Илья Самошников и Саша Сильянов. Не переживаешь из-за конкуренции? Конкуренция – это всегда хорошо. Я больше скажу, я не переживаю, я этому рад. Потому что благодаря естественной конкурентной среде ты можешь прогрессировать, показывать свои лучшие качества. И для меня это хорошая новость. Ты забил дебютный гол за сборную Армении. Расскажи, что чувствовал в этот момент и какая была атмосфера на стадионе? Атмосфера была прекрасная, в принципе, как и все домашние игры, что мне удалось сыграть за национальную сборную. По поводу моих эмоций, первые 2 дня я не понимал, что случилось, что произошло. И вот только на 3-й день пришло осознание того, что действительно я забил дебютный гол за национальную сборную в отборе к Евро. И только приятные эмоции я от этого испытывал. Но, опять же, не буду акцентировать на этом большого внимания, тем более сейчас я в команде, и для меня самое важное – это результаты моей команды. Что думаешь о календаре на новый сезон и жеребьевке Кубка? Хороший достаточно календарь. У нас самое главное и важное, что первый тур мы начинаем дома. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут нас поддержать, потому что во многом чемпионат на дистанции зависит от первых игр. И дай бог, чтобы нам удалось одержать победу.